Керман вино, и вот решили тоже потом в винном магазине купили вот такой вот рубин Херсониса, точнее. Вот такая вот бутылка вина стоит 300 рублей на рублей. Так, потом вот такой вот чай, рассвет называется, фиточай с травами Крыма. Здесь тысячелетний сник, зверобой, мать и мачеха, крапива, ромашка, аир, мелисса. Для профилактики простудных заболеваний, иммунитета. Вот такая баночка. Ну, 290 рублей она стоила. Ну, чай там был такой ароматный. Мы пили в кафешке тоже чай. И очень был такой ароматный. Я, надо было спросить, конечно, что за чай. Что в составе. Ну, всякие разные чаи продаются из разных травок. В общем, на любителя можно выбрать. Потом посеребрённая прыскалка для тела, для лица с грейпфрутом. Написано посеребрённое, да? Крымская линия. Не знаю, что за косметика такая с серебром. Но вот описание. Прохладный, освежающий, горько-сладкий цитрусовый аромат грейпфрута придает бодрости, избавит от утренней сонливости. В уходе за кошей грейпфрутовое масло, что у меня с языком, применяется как прекрасное тонизирующее средство для жирной кожи, сужает расширенные поры, нормализует работу сальных желез и уменьшает выработку кожного жира. В общем-то, я не скажу, что у меня кожа жирная, но на такую погоду очень даже, мне кажется, нормально. Попробую. Запах прикольный был просто. Грейпфрутик. 80 рублей стоила такая штучка. Магнитики там от 20 рублей до 150, 180. Всякие разные. Я купила всего 2 магнитика, и больше никаких магнитиков. Все, хватит. Сейчас покажу. Вот такой вот с ласточкиным гнездом, в которое мы, к сожалению, не попали. И вот второе с Ялтой тоже с этим гнездом, на счастье, подковка. Мы, конечно, немножко большего от поездки ожидали, потому что мы вроде сначала говорилось, что мы снимем все катер, поедем, посмотрим побережье Крымское. Но после ботанического сада сказали, никакой совместной поездки, все, вы разбредаетесь, в общем. И в итоге каждый занимался, чем хотел. Ласточки на гнездо мы, к сожалению, не посмотрели.
Я не знаю, получится ли когда-нибудь его увидеть. Волна, там очень сильный ветер, и просто даже по улице было не очень комфортно ходить. Канатная дорога была закрыта, и катер мы тоже брать не стали, хотя мы узнали, что в кафешке где-то полчаса до Ласточкиного гнезда, и через полчаса обратно, в общем, где-то часа два надо было бы, можно было бы часа на два сделать такую экскурсию себе, но мы что-то просидели в кафешке, короче. Так, и что-то еще было. Ну и в ботаническом саду мы вот такое вот варенье из шишек купили. Очень мне показалось оригинально. Там было варенье из кизила, из лепестков роз, из шишек, какие-то еще варенья разные, из инжира. В общем... Почему? Ну шишки там... Шишечки маленькие видно, да? Вот, вроде бы... А, да, магнитики стоили, я говорю, что от 20 до 200 рублей. Вот маленький мой магнитик стоил 70 рублей, побольше, на счастье, 100 рублей. Чай, я, по-моему, говорила, 290 рублей. Варенье и шишек сколько? 150? Нет, не помнишь? Кость, чё, сколько варенья и шишек стоило? 200 рублей, вот. Такие цены.